Сцены из оперы Петра Ильича Чайковского Евгений Онегин для вас представили камерный оркестр «Ля Примавера», художественный руководитель и главный дирижер Рустем Агазов, хор «Гармония», художественный руководитель и дирижер Гузель Гимаева, солисты филармонического музыкально-литературного лектория Айсылу Нурулина, Сергей Беляков, Тимур Сабиров, Оксана Шайдулина, Гульнара Байназарова, Георгий Ибушев и художественный руководитель лектория Владимир Васильев. Итак, дорогие друзья, да, сейчас пока оркестр подстраивается под совсем иной характер нашего дальнейшего представления, я хочу вас пригласить в культурный центр имени Александра Сергеевича Пушкина 5 числа, в предпоследний, ну фактически последний вечер фестиваля «Пушкинфест» на юбилей, на пятилетие культурного центра Александра Сергеевича Пушкина. Там будут выступать как артисты самого культурного центра, так и приглашенные солисты. Ну, а сейчас мы готовимся ко второй части нашего представления.